Здравствуйте. Праздник Новый год связан с чудом. Не зря же существует традиция загадывать желания. Детям мечты помогают осуществлять взрослые. Для этого им нужно стать участником «Елки желаний», которая проводится в Самаре уже не первый год. Об этой традиции мы и поговорим сегодня. В нашей студии руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Самары Ольга Слесарева. Ольга Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите об акции «Елка желаний». Как давно она проводится и какая основная идея у этой акции? Ну, в этом году мы эту акцию проводим уже 12-й год. И хочется сказать, что, в общем-то, нашу инициативу подхватили уже многие-многие предприятия. Первая елка была как раз у нас. После этого стали в разных социальных учреждениях ставить елки, в торговых центрах. Именно после того, как появилась наша елка желаний для детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, для детей-сирот, для детей, оставшихся без попечения родителей, появились елки во всем городе. А эта традиция, она в других городах тоже есть? Проводятся такие елки желаний? Вы не узнавали случайно? Нет, сейчас уже, да, сейчас уже активно по всей Российской Федерации проводятся такие елки. Елки проводятся не только у нас, но и за рубежом. Поэтому, в общем-то, мы здесь... Пионеры. Не пионеры. Скажите, пожалуйста, за эти 11 лет какие итоги можно подвести? Вообще подводятся ли итоги вот такой масштабной акции? Да, конечно. Мы каждый год смотрим, кто пришел к нам на елки, сколько детей написали нам открыточки, сколько граждан обратились к нам за этими открытками для того, чтобы исполнить желание. И, конечно, когда мы проводили первый год, мы были очень удивлены. Активность граждан была очень высокой. Мы боялись, что вот количество новогодних желаний и новогодних открытках на елок, что нам придется искать кого-то, спонсоров, да, активно рекламировать. Но нет, жители потихоньку потянулись, и мы поняли, что 25 декабря у нас уже нет открыток, и мы еще просили детей написать эти желания. То есть жители настолько откликнулись на это мероприятие, ну, поскольку оно все-таки достаточно доброе, душевное, люди подходят к елочке, читают, выбирают каждый по своему вкусу, по своим возможностям, по своим предпочтениям. Кто-то хочет маленьким детям подарить игрушки, кто-то хочет взрослым детям. В общем-то, долго очень с семьей стоят, обсуждают, приходят мама, папа, ребенок. И, на мой взгляд, это очень важно, когда вот семья... И показывают взрослые своим детям, подрастающему поколению, да, что нужно все-таки быть добрее. Можно исполнить желание, пусть одному ребенку, но исполнить желание для того, чтобы быть самому счастливее на Новый год. Да, действительно, замечательная традиция. Пример добра. Вот как делать добро, и еще тут семья, что вашему департаменту как раз, в общем-то, и свойственно. Скажите, как город участвует в проведении елки желаний? Как власть откликается? Участвуют ли сами власти в проведении? Ну, начнем с того, что елку открывает традиционно глава города. В этом году, 6 декабря, мы открывали елку, и Елена Владимировна Лапушкина, наш мэр, приехала, сняла первое. Открытки. Она сняла 3 открытки для детей с социально-реабилитационного центра «Иволга». Она их уже приобрела, подарки для детей. И надеюсь, что в ближайшее время она найдет время и обязательно встретится с детьми, вручит подарки и исполнит первые желания, которые появились у этих деток именно на этой елке. Конечно, у нас многие приходят, у нас и депутаты, очень активно органы внутренних дел участвуют, да, прокуратура сняла у нас много, то есть руководитель департаментов. Но мне кажется, это даже принадлежность к власти, не к власти, здесь особой роли не играет. У нас, в общем-то, достаточно много кто работает и во власти, и просто жители приходят, снимают. Вы сказали, предприятия и жители. Да, и предприятия. Приходят целыми, да, прям коллектив приходит.
от предприятия, говорит, мы вот собрались, вот мы хотим какую-то открытку снять и от своего коллектива, от предприятия подарить этому ребенку. Да, удивительно, потому что прослеживается желание сделать вот чудо, да, прикоснуться к чуду и вот стать соучастником такой акции. У нас есть сюжет как раз с открытия «Елки желаний». Давайте его посмотрим. Дед Мороз садится в сани, поздравлять детей в сани, всем подарки развезет. Ведь приходит Новый год. 8-летний Артем Сируканов мечтает стать футболистом. И профессиональные бутсы ему очень нужны. О чем он и написал Деду Морозу. Мальчик проживает в центре Иволга уже 2 года. Там находятся дети, оставшиеся без попечения родителей. Сегодня Артем вместе с другими воспитанниками открыл ежегодную акцию «Елка желаний». Больше всего мне понравилось украшать елку, рассказывать стихи про всех. На протяжении 12 лет в городском департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки устанавливается елка. Украшают ее новогодними открытками, в которых маленькие самарцы с непростой судьбой пишут о своих мечтах. Я убеждена, что все желания с этой елки исполнятся, потому что у нас в Самаре живут замечательные, добрые, отзывчивые люди, которые готовы делиться радостью и быть помощниками Деда Мороза. Всего за эти годы в доброй акции приняли участие 30 тысяч жителей Самары. Они осчастливили почти 9 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В этом году в планах подарить новогоднее настроение еще 500 малышам. Каждый гражданин, который приходит, он берет открыточку. Мы обязательно записываем, кто эту открытку взял, записываем телефон и обязательно отслеживаемся, чтобы не получилось, что открыточку ребенок повесил, а подарок какой-то не дал. Но такого у нас за 12 лет не бывает. В очередь к «Елке желаний» выстроились и в городской думе. Там письма от воспитанников из Центра помощи детям имени Бориса Фролова. Каждый год депутаты лично отвозят подарки в детский дом. Мы приобретем, так сказать, вместе с Дедом Морозом эти подарки. Но не просто мы их передаем, да, так сказать, а уже традиционно выезжаем большим коллективом от дома, поздравляем. У нас такой большой хороший праздник вместе с коллективом, с детьми. Это будет общее мероприятие, мы туда приедем. Надежда получит сертификат на посещение салона. После этого в удобное для нее время она сможет посетить салон и осуществить свое желание. Поддерживают депутаты ребята в течение года. Для футбольной команды детского дома закупили форму. А чтобы дети видели, как играют профессиональные футболисты, их вывозят на спортивные матчи на стадион «Самара-Арена». Стать волшебником и исполнить чью-то мечту может каждый житель Самары. Для этого нужно прийти в департамент опеки, попечительства и социальной поддержки администрации города и снять с елки желаний вот такую открытку. Но процесс еще не завершен, то есть еще можно к нему присоединиться и снять открытку, куда можно подойти, как вообще выстроен этот механизм? Ну, обратиться надо к нам на Куйбышева, 44. У нас с 9:30 до 5:30 открыто. Можно прийти, снять открыточку и приобрести подарок и отвезти непосредственно ребенку, который открытку это написал. До 27 числа мы ждем жителей города. Почему до 27-го? Чтобы чуть-чуть осталось времени для того, чтобы все-таки до Нового года исполнить желание ребенка. В общем-то, у нас на елке ведь открытки не только из детей, от детей, которые находятся в учреждениях социальной защиты. У нас открытки из малообеспеченных, опекаемых семей, где бабушка воспитывает нередко одного, двух, а то и трех детей. Детей, которые также лишены родительского попечения. Мы их тоже охватили, они тоже пишут свои пожелания для того, чтобы Дед Мороз принес какой-то подарок. Да, наверное, стоит проанализировать желания детей современных, чтобы что-то понять о них. Вот что они просят в большинстве своем в наше время? Конечно, открытки, которые были 12 лет назад и сейчас, очень отличаются. Но технический прогресс не стоит на месте, поэтому, конечно, наши дети ничем не отличаются от родительских детей. Что в первую очередь хотят? Новый сотовый телефон, планшет, какие, ну, коньки, остаются у нас ролики,
остаются у нас в приоритете. Дети помладше – это санки. Каких только кукол они не заказывают. Это и куклы, и мягкие игрушки, и косметика для куклы, и одежда для куклы. Ну, в общем, желание на разный вкус и цвет. И дети с ограниченными возможностями здоровья, они имеют такую возможность? Да, у нас в городе в комплексных центрах социального обслуживания в каждом районе открыта елка. И как раз там можно исполнить желание детей с ограниченными возможностями, которые также проживают либо в пансионате, либо в семье. Вы сказали, что нужно снять открытку, прочитать, значит, желание, приобрести подарок и лично вручить. Есть ли такие случаи, когда человек желает остаться анонимом? Ну, то есть сделать это просто вот от чистого сердца, но не афишировать себя. Есть. И можно ли это сделать так? Можно. Можно приобрести, принести нам открыточку и подарок, и мы обязательно вручим, а ты, Дед Мороз со Снегурочкой съездит и к ребенку вручит этот подарок. Но многие, наоборот, хотят познакомиться с семьей, и наша елка желания, она является отправной точкой для многих, для дружбы того человека, кто сделал подарок, с той семьей или с тем ребенком, который находится в учреждениях. И эта дружба иногда длится не один год. То есть, они приходят, знакомятся, ребенку очень нравится. Неважно, в учреждении это или в опекаемой семье. Начинают дружить, и периодически там и 23 февраля, и 8 марта, и куда-то ходят вместе в парк какой-то. И такие случаи тоже у нас есть. Да, интересная тенденция. Еще такой вопрос. Часто воспитанникам социальных учреждений, про них, вернее, говорят, что они не приспособлены к жизни. И когда вот их задаривают подарками, то это подталкивает к такому, если грубо говоря, к иждивенческой такой позиции потом в жизни. Что им все можно. Написал желание, им подарили, захотел это, значит, выполнили. Тут не приучают их к труду, еще что-то. Они умеют домашнее хозяйство вести. Вот здесь вот с этим как-то все сочетается, учитывается? И как вообще нынешняя ситуация складывается? Может, она меняется? Ну, конечно, меняется. Конечно, меняется. Поэтому это раньше, вот я могу сказать, 10 лет назад можно было говорить, да, дети наши не социализированы. На сегодняшний момент и законодательство поменялось, требования к учреждениям поменялись. У нас в каждом учреждении открыты... У каждой группы есть кухня, где дети приходят, учатся готовить. Они учатся сами так же, как и дома. Приходят, захотели чай, поставили чайник, закипятили, налили. Кулинарных уроков проходит масса. Конечно, мы сейчас их социализируем и стараемся как можно больше давать им самостоятельности. И когда дети подрастают и за год, за два, в общем-то, вот так, как с родительским ребенком, да, происходит тоже так же. Воспитатель ходит вместе на рынок, ходит вместе какие-то оплачивать платежи для того, чтобы ребенок самостоятельно мог в дальнейшем, применять эти знания. Что касается подарков, мы говорим, задарим, но надо все-таки понимать, что все-таки это дети-сироты и дети, оставшиеся без обеспечения. У них нет родителей. У них нет родителей, к которому он пришел и сказал, мам, вот мне сегодня надо, вот я сломал телефон, да, разбил, мне нужен телефон. Что мы делаем дома? Мы идем по возможности, да, говорим, подожди, может быть, через месяц я тебе куплю, либо находим возможность, берем кредиты, да, покупаем телефон и своему чаду вручаем. Ну, к сожалению, наши дети, конечно же, вот по щелчку не исполняется вот телефон, поэтому, конечно, елка желаний и Новый год, может быть, да, действительно, это вот та мечта, которую они многие ждут целый год, для того, чтобы написать в открытке свое пожелание, и чтобы, да, может быть, не один подарок они получат на Новый год. Но это не говорит о том, что вот этим подарком мы избалуем. Скорее, мы балуем совершенно другим, но никак не подарками на Новый год. Да, согласна, потому что действительно и в семьях бывают избалованные дети, и там совершенно другой подход, а дети вырастают
Да, нельзя сказать, что этих мы балуем, домашних детей мы не балуем. Все зависит от родителей, все зависит от ребенка. Да, мы стараемся тоже сделать максимально возможным для того, чтобы они не отличались нисколько от домашних детей. Никогда, они сейчас уже вы практически не встретите детей, которые одинаково одеты. Да? Мы стараемся выполнить все их требования для того, чтобы они в школе не отличались от домашних детей, чтобы у них было все для того, чтобы не чувствовали себя ущемленными. И поэтому, конечно, ну, новогоднее чудо ждут все, и дети, и взрослые. И мы тоже рассчитываем, что на Новый год Дед Мороз нам под елку положит. Кто этот Дед Мороз? Муж, мама, папа, брат, там, дети. Для каждого он свой. Поэтому, конечно, если жители города откликаются, если жители города хотят, в общем-то, этим детям сделать, ну, частичку души своей отдать в виде вот этой куклы, которую они приобретают, это очень хорошо, это делает нас лучше. Ольга Владимировна, вы лично снимаете открытку? Да, конечно. Есть у вас такая традиция и желание вообще это делать? Ну, обязательно, да? Конечно. Также подхожу к елке, выбираю открытку, выбираю ребенка и обязательно дарю. Хотелось бы, если углубиться в эту тему, детей в социальных учреждениях узнать тенденцию, становится ли их больше. Вот этот рост отказа матерей от детей, он как... Какая увеличивается, да, или уменьшается, или остается, в принципе, на средней? Ну, хочется сказать, что у нас в последнее время детей становится меньше, оставшихся без печенья. Вот если говорить о том, что 10 лет назад у нас, допустим, в роддомах оставляли детей около 100 человек, да, то сейчас, вот в этом году, у нас около 30 человек осталось детей в роддомах. Это на сегодняшний момент очень мало. Да. И в основном 90% детей потом мы устраиваем семьи. В учреждениях, к сожалению, у нас остаются дети, которые остались без попечения в более взрослом возрасте. Это дети 12, 13, 14 лет, либо дети с очень серьезными отклонениями в развитии. Но в последнее время тенденция идет к тому, что все-таки родители стали брать детей с ограниченными возможностями. Если раньше кандидат в усыновители слышал, что у него контакт по ВИЧу ребенка, мы такого ребенка никогда не отдавали в семью. Сейчас это счастье, если есть контакт по ВИЧ, у нас ни одного ребенка такого не остается в учреждении. То есть люди пересмотрели свое отношение к детям, у которых какие-то проблемы со здоровьем. Больше того, когда они берут, они настолько вкладывают в этих детей души, любви, в общем-то, занимаются медицинским, по всем медицинским показаниям, которые есть, лечением ребенка. И мы отмечаем, что через 2-3 года диагнозы, которые были на момент передачи ребенка в семью, они уходят. Да, но случаи, когда возвращают детей обратно в учреждение, бывают все-таки. Бывают, конечно. И у каждого, наверное, своя причина на это. И... Да, такие случаи бывают, они достаточно редкие, но все-таки есть. И причина абсолютно у всех разная. В некоторых случаях ребенок достигает подросткового возраста, и родители понимают, что они не могут смириться с тем, что ребенок своевольничает. Им кажется, что вот он... что ребенок перестал их уважать, ценить, и привозит, говорит, нет, вот я вот растил, я думал, он вот будет со мной всегда за ручку, я думал, что вот он будет вот хорошо учиться, заниматься музыкой и всегда меня слушаться, а вот он подросток, вот он вот стал курить, он стал приходить поздно. Бывают и такие случаи. Но для этого у нас есть целая система работы с такими семьями. В 90% нам удается стабилизировать. У нас работают психологи с семьями, у нас работают психологи с детьми. И иногда даже временное помещение ребенка в учреждение такую встряску дает и ребенку, и родителям. То есть вот они...
неделю без ребенка бегут и говорят: нет, вот я была не права, я был неправ, я его заберу назад, и у детей однозначно уже какой-то переворот в сознании происходит, и возвращаем. Но, конечно, бывают случаи, когда настолько родительско-детские отношения нарушены, и настолько они не могут найти общий язык, что все-таки лучше для ребенка в первую очередь забрать его из семьи и в зависимости от возраста, может быть, устроить в другую семью. Вот. Некоторые дети говорят: нет, я больше никуда не пойду, я не хочу, мне комфортно в учреждении. Получили свой опыт. Вот да, такой. Да, да, бывают и такие. Да, ну, декабрь, конец декабря, это не только предновогоднее время чудес, но и время подведения итогов. Как вам вспоминается вот этот год, уже подходящий к завершению? Что сделали сотрудники департамента? Какие мероприятия вам, может быть, эмоционально оказались близки, запомнились и стали такими яркими и полезными, и эффективными, с вашей точки зрения? Ну, 19-й год был достаточно сложный год, но в то же время очень интересный. Ну, во-первых, национальные проекты, которые впервые были, да, их приняли очень много. Нам пришлось кардинально пересмотреть свою работу, подумать, все взвесить, придумать много новых мероприятий, которые необходимо проводить. Да, вот мы, в частности, реализуем проект «Демография и здравоохранение». Вот в городе в рамках проекта здравоохранения была принята впервые программа укрепления общественного здоровья граждан городского округа Самара. В общем-то, для поддержания врачей первичного звена поликлиник, мы знаем, что их недостаточно, да, для того, чтобы все-таки повысить укомплектованность, вот такая программа была в городе принята. В рамках проекта «Демография» было очень много мероприятий, которые нацелены в первую очередь для людей серебряного возраста, да, это наши пенсионеры, люди предпенсионного возраста. Наша цель – повысить активность этих людей для того, чтобы они были вовлечены в массу мероприятий, чтобы уход на пенсию, да, и не стал стрессом для этих людей, потому что потенциал у них огромный, поэтому они принимают участие и в волонтерстве. И вот активная сегодня у нас программа активного долголетия, и зарядки, и активно на мероприятия, концерты, и все. То есть максимально постарались их привлечь. Цифровое телевидение, то же самое. Достаточно серьезно мы к нему готовились и очень боялись, но она и в Самаре, и в Самарской области прошло на достойном уровне, да. Огромное количество ребят, волонтеров были привлечены для того, чтобы помочь всем жителям города правильно подключиться к цифровому вещанию. Поэтому был очень насыщенный год событиями, мероприятиями. И вот замечательное последнее мероприятие, наша «Елка желаний», которое вот увенчивает наш этот год достаточно плодотворно. Да. Ну, после Нового года будет еще такой период каникул. Что-то ваш департамент тоже предусматривает на это время? Какую-то занятость, работу? Конечно. Мы проводим и в течение декабря очень много мероприятий не только для детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, но и граждан с ограниченными возможностями, для ветеранов. Это и новогодние елки, это и новогодние мероприятия, и новогодние экскурсии. В январе рождественская елка в аквапарке. Это будет для детей больше 500 человек. Это для детей, которые проживают в многодетных семьях, для детей-сирот, которые в учреждениях, для детей-сирот, которые проживают в малообеспеченных семьях опекунов, приемных родителей. Ну, наверное, еще раз стоит напомнить тем, кто хочет, как мы говорим, приобщиться к чуду и сделать подарок детям. Как это сделать? Приходите к нам. Куйбышева, 44, департамент опеки, попечительства и социальной поддержки. Приходите, снимайте открыточку и выполняйте желания наших детей. Ну что ж, спасибо вам большое за это
добро и тепло, которое существует в городе благодаря вот этой акции «Елка желаний». Всего хорошего, с наступающим Новым годом. Спасибо, вас тоже с наступающим Новым годом. Прощаюсь я и с вами. До свидания.